Икона Божией Матери «Утоли моя печали» – чудотворная икона, почитаемая в Русской Церкви. На этой иконе Божия Матерь правой рукой держит младенца Христа, у которого в руках развернут свиток со словами «Суд праведный судите, милость и щедроты творите, киижда искреннему своему, вдовицу и сиру не насильствуйте, и злобу брату своему в сердце не творите». Левую руку Богоматерь приложила к своей голове, склоненной на бок. Она будто прислушивается к молитвам всех обращающихся к ней в печалях и скорбях. Происхождение иконы неизвестно. В Москве она появилась в середине 17 века при царе Михаиле Федоровиче и находилась в церкви святителя Николая, что на Попушах в Замоскворечье. В этом храме хранились и записи о многих чудесах, произошедших от иконы, но в 1771 году рукопись погибла от пожара. Но предание сохранило память о первом чудесном исцелении, бывшем в 1760 году. Некая женщина знатного рода, жившая вдали от Москвы, долгое время страдала изнурительной болезнью. Она была прикована к постели и ожидала смерти. Но однажды больная увидела во сне образ Богоматери, от которого послышался голос «Вели себя вести в Москву». Там, в Попышеве, в храме святителя Николая, есть образ Богоматери с надписью «Утоли моя печали». Молись перед ним, и получишь исцеление. С глубокой верой женщина совершила нелегкий путь. Осмотрев все иконы Никольской церкви, она не нашла среди них образа, который явился ей во сне. Тогда священник велел принести с колокольни все иконы Богоматери. Увидев образ «Утоли моя печали», больная воскликнула «Она! Она!» и, ко всеобщему удивлению, перекрестилась, хотя до этого не могла пошевелить рукой. После молебна она приложилась к иконе и встала совершенно здоровой. Ныне чудотворная икона «Утоли моя печали» находится в московском Николо-Кузнецком храме. Пред иконой Пресвятой Богородицы «Утоли мои печали» молится об избавлении от греховных страстей, скорби и печалей, обуревающих сердце человека, а также от разных телесных недугов.